Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вот сейчас мы начинаем. Начинаем нашу очередную лекцию цикла публичной лекции «Политру». А наш сегодняшний гость Наталья Васильевна Зубаревич. Мы очень рады ее видеть, очень ценим ее регионалистические исследования. И там, надеемся, если будет время, у нашего сегодняшнего гостя делать лекции там, хотя бы раз в год, два года, потому что тем замечательных много. И более того, таких тем, про которые есть смысл говорить, послушав лекции. Ну, собственно, наш формат это и предполагает. А тема сегодняшняя связана с Москвой, связана с понятиями город, агломерация, жители и системы управления Москвы. Регламент у нас традиционный. Сначала, собственно, лекционная часть, когда все, кроме лектора, ну и, может быть, каких-то моих наводящих вопросов, молчат. А затем вторая часть, в которой можно будет уже задавать какие-то вопросы, давать комментарии. Естественно, только в микрофон, только представляя себя, но об этом я буду напоминать. Понятно, что идет видеотрансляция, а будет выложена видеозапись, будет выложена расшифровка, согласованная с лектором. Так что, если что-то, к чему-то захочется потом еще раз обратиться, можно будет перечитать или пересмотреть. Пожалуйста, Наталья Васильевна. Добрый вечер. Большое спасибо за то, что пригласили. Мы, когда обсуждали тему, первоначально, в общем, я заявляла другую, более привычную для себя регионалистику. А потом как-то вот подумалось, что сейчас очень много общественного обсуждения по поводу Москвы, того, что с ней происходит. И я тему поменяла. Решила, что давайте-ка поговорим, не отталкиваясь сразу вот от большой регионалистики, а встроим Москву в регионалистику. И вот про этот звук, о котором очень много чего, я попробую сегодня поговорить. И, в общем-то, начну я с очень простых вещей. Ну, в проблемах Москвы москвичи, как в футболе, разбираются на 200% каждый. Да, у каждого есть свое сложившееся мнение, что не так, что надо делать, как этот город сделать пригодным для жизни. Но я начну с некоторых констатаций, с того, что я буду говорить... Москва – это. Мы понимаем все, что Москва – это крупнейший экономический центр страны. Даже доказывать не надо, но насколько он крупнейший, почему он крупнейший и правильно ли он крупнейший. Я попробую об этом сегодня поговорить. Москва – это ядро крупнейшей агломерации страны. А как сложилась эта агломерация? Насколько она естественно развивается и способствует ли то, те решения, которые сейчас принимаются, ее дальнейшему развитию. Москва, безусловно, центр притяжения мигрантов из России и стран СНГ. Все это понимают, это так, будет ли это так дальше, почему это так, нужно ли этому препятствовать. Тут все как бы констатации очевидные для уважаемых слушателей. Но есть и вопросы абсолютно неочевидные. Москва – это глобальный город, разные мнения. Москва – это глобальный финансовый центр? Да пока нет, если быть честным. Москва – это город с комфортной средой? Полагаю, что мало кто в этой аудитории положительно ответит на данный вопрос. Москва – это социально интегрированный город, а все успешные города, города креативные, они, в общем-то, социально интегрированы. Полагаю, что вряд ли кто-то с этим согласится. И последний вопрос, на который, я думаю, в аудитории будет спектр мнений. Москва – это разумно управляемый город? Вот эти базовые вопросы, они как бы витают в воздухе. Я попробую сегодня рассказать, оценивая прежде всего вот такие вещи, как организация города, управление городом, ресурсы города, человеческий потенциал города, потому что я никогда не была и не есть специалистом-урбанистом, а профессионал от непрофессионала, мне кажется, отличается тем, что он четко понимает границы своей компетенции. Поэтому о чем я буду говорить сегодня? Я не буду говорить в чистом виде о геоурбанистике, о том, как организовано московское пространство, правильно ли радиально-кольцевая структура и что с ней делать. Это вопросы другим. И я не буду говорить о социологии города, как организованы социальные группы, как они взаимодействуют. Это вопросы другим. И больше всего буду говорить об экономике и управлении, о том, каковы ресурсы города, рационально ли они собираются, как они тратятся, как работает город как экономический механизм. И самое главное, о чем я обязательно буду говорить, Москва не точка в пустом пространстве.
Москва – это часть Российской Федерации. То, как развивается Москва, очень тесно связано с тем, как развивается Российская Федерация. И первое положение, которое я выношу на защиту, и в конце вернусь к нему, изменений в Москве, рациональных, хороших, правильных, не может быть до тех пор, пока не произойдут изменения Российской Федерации. Попробую в течение всей этой лекции доказать данное положение. Да, мы говорим, что Москва не Россия, но это не так. Москва – это очень Россия. Начну с теории, поскольку это слово меня как-то очень так подвигли на грамотное изложение, поскольку слово «лекция» присутствует. Начну я с теории, слава богу, в регионалистике они простые, формул не будет. Эти теории описываются достаточно простыми словами. Итак, базовые теории, на которые мы опираемся, когда анализируем развитие городов, развитие центров, если говорить точно. Это классическая теория центр-периферии. На ней выросли теория и система глобальных городов, описанная Саския Сассен. Это центры глобальной мировой экономики, но теория центр-периферии проще, она просто рассказывает о взаимодействиях центров и периферии, почему всегда существуют центры и всегда существуют периферии. Именно эта теория во многом объясняет развитие агломераций. Сейчас я к ней перейду, но сначала обозначу и вторую теорию, с которой я стартую. Это теория диффузии инноваций, это Хёгерстранд, это 50-е годы прошлого века, в которой очень четко прописывается, как рожденная в центре инновации далее двигается по пространству. А двигается она очень просто. В двух измерениях. Первое измерение – это ближайшая периферия, то есть пригороды, полупериферийные пространства. Это ближняя диффузия. А вторая диффузия – это диффузия по иерархической системе городов. И она, как правило, доминирует. То есть инновация любая, развившись в крупнейшем центре, начинает двигаться в центре меньшего размера, меньшего, и только потом уже на периферию. Вот так развивается и организуется пространство. И если говорить о центро-периферийной теории, она очень простая. Центры для того, чтобы создавать инновации, всегда и везде стягивают ресурсы из периферии. Человеческие ресурсы, финансовые ресурсы и ресурсы всех других видов. Только концентрация ресурсов позволяет в центрах создавать креативную среду инноваций. И вторая компонента центро-периферийной теории состоит в следующем, что родившись в центрах путем диффузии инноваций, эти инновации двигаются на периферии. Но если говорить языком, там, не знаю, автомобильной механики, такой двухтактный механизм. Сначала подтягивается центр, потом, передавая инновации, он подтягивает за собой периферию. Вот так развивается пространство. Оно никогда не бывает равномерно. Всегда есть концентрация в центрах. Но именно эта концентрация и создает инновационный эффект. Поэтому равенство бывает только, не только на кладбище. Да, равенство бывает там, где нет инноваций. Вообще никаких. Где все глухо, равномерно. Это не развитие. Логика очень простая. Пространство нигде и никогда не развивается равномерно. Это я пою апологию неравенства, объясняя его естественное происхождение. А вот диффузионистская теория, если просто положить на Россию, выглядит примерно должна так, да? Что что-то, рожденное в центре, здесь у меня приведены примеры простейших потребительских инноваций, рождение торговых сетей, появление интернета, появление сотовой связи. Они все начинают двигаться по иерархии городов из Москвы и Питера в города-миллионники, от городов-миллионников региональные центры, крупные промышленные центры и дальше на ту самую периферию, которая Кологрив и Урюпинск. И никак иначе. Вторая диффузия ближняя, вот здесь я ее картинки проиллюстрировала, ближнее Подмосковье, вот там то преагломерационное пространство, которое ближнюю диффузию инноваций воспринимает. Но самое главное, что по этой системе двигается модернизация образа жизни. Пока их нет в центрах, их не может быть на периферии. И вот все чудесные пожелания поднять какие-то окраинные территории потом путем запуска там суперинновационных проектов, они обречены, потому что пока не произошла эта диффузия, территория не готова к инновациям. А вот когда никто не мешает этим инновациям, происходят удивительные вещи. Вот в данном случае простейшая потребительская инновация
Посмотрите, это, рассчитал мой студент, это доля Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников, городов-полумиллионников, городов-250-тысячников и менее в вводимых площадях гипермаркетов. Вы посмотрите, какая классическая диффузия инноваций. Сначала это все концентрировалось в Москве и Санкт-Петербурге. По происшествии буквально 7-8 лет картина распределения совсем иная. Когда нет барьеров, в России инновации, особенно потребительские инновации, развиваются и перемещаются в пространстве нормально. Но главное, чтобы не было этих барьеров. То есть по очень многим параметрам мы нормальная страна, когда институты не препятствуют рождению и продвижению инноваций. По очень многим параметрам мы ненормальная страна. Попробуй и это доказать применительно к Москве. Вот что происходит в нашей стране, когда Москва сначала концентрирует чудовищно высокую долю всего и вся. Здесь посчитанная доля в инвестициях, в вводе жилья, особенно в обороте розничной торговли. Проходит 10 лет, доля Москвы, в общем, снижается. Но кто регионалист, если есть присутствующий, он скажет мне сразу, скажите, пожалуйста, а почему вы считаете только Москву без Московской области? Вы же понимаете, что ближняя-то диффузия, например, во вводе жилья пошла не столько по территории России, сколько за пределы МКАДа. И это правда. Вы посмотрите, как стационарен Санкт-Петербург. И не получается у него наращивать свою долю. Он выбрал свой ресурс. И посмотрите, как увеличивается доля городов-миллионников. Вот следующий шаг в диффузии инноваций. И вы видите, что города-миллионники очень были успешны в наращивании своей доли в обороте торговли. Да, деньги в стране появились, доходы населения выросли. Что-то у них получилось в наращивании оборота, наращивании ввода жилья с 10 до 13%. Но как сидели они в инвестиционной яме, так они и сидят. Деньги на следующий уровень городов не переходят. И в этом очень большая проблема, обусловленная ролью Москвы. Я позволю себе на этом настаивать. И более того, я вам пытаюсь показать, что несмотря на питерское происхождение всей нашей могучей команды, да, наших Думиров и примкнувших к ним Шипиловых, вы видите, что инвестиционная доля Санкт-Петербурга с трудом выросла с 3 до 5% за период, я специально здесь даю годы экономического роста, чтобы не микшировать, не портить чистую картинку. Простите, пожалуйста, с инвестициями инвестиции. То же самое. Так я и говорю. Нет, про инвестиции. То есть не выросла вообще. Доля Москвы в инвестициях, доля в инвестициях осталась 4 на 4, и во вводе жилья немножко подросла. 4,4%, да, я немножко ошиблась. Вот. Питер не смог аккумулировать дополнительные преимущества. Что же за город такой Москва, который, конечно, что-то отдал с 16 до 11%, но те, кто знает, куда отдали, они расстраиваться, может, и не будут, потому что энергетическая держава вставала с колен со страшной силой. Эти деньги были отданы на освоение новых нефтегазовых месторождений, а вовсе не на развитие крупнейших городов страны, которые есть ее каркас, есть основа ее инновационного развития. Вторая группа теорий, о которой я бы хотела рассказать. Это теория новой экономической географии. Это Пол Кругман, это Фуджита, японский региональный экономист, и Венеблс. И еще группа очень интересных исследователей, которые, наконец, наши трепетные слова про пространство облекли в формулы. И тем самым сделали из непонятной науки экономическая география понятную науку, которая называется пространственная экономика. Но другое дело, что в формулах пространственной экономики очень много допущений, и когда начинаешь их прикладывать к реальной жизни, там сильно трещит, да, не состыковывается. Тем не менее, это очень большой вклад в развитие пространственной науки. Во-первых, этот вклад позволил объяснить, в чем экономический смысл агломерационного эффекта. Почему при определенных обстоятельствах и люди, и экономическая активность, и работники концентрируются в одних местах и уходят из других. Был действительно на модельном уровне объяснен этот агломерационный эффект. Я к нему вернусь еще чуть подробнее, попозже. А сейчас пока я добавлю еще два очень важных объяснения, которые выходят, вытекают из новой экономической географии. Объяснение первое. Города-центры
Их развитие связано с политическим режимом в стране. И логика связи очень простая. Чем более авторитарен и тоталитарен политический режим, тем при прочих равных гипертрофирование функции развития центрального города. Логика здесь достаточно понятна. Все решения принимаются в одном месте. Весь бизнес для того, чтобы порешать вопросы, стягивается в одно место. Ресурсы стягиваются туда же. Гипертрофированная функция столицы есть свойство авторитарных и тоталитарных режимов при прочих равных. Второй момент, который можно вынести из новой экономической географии. Развитие городов-центров зависит от открытости экономики. Я говорю не о соотношении экспорт плюс импорт разделить на ВВП. Это относительная очень открытость. Я говорю о свободе пересечения границы, о возможности трансграничных взаимодействий, о всех тех взаимодействиях, которые усиливают выгоды приграничного положения. Так вот, в авторитарных и тоталитарных системах города-центры всегда гипертрофированно притягивают экономику, а трансграничный и приграничный эффект развития не работает, потому что жесткость барьеров границы повышена даже в рыночной экономике. И если мы посмотрим на то, как развиваются наши приграничные регионы, мы можем увидеть, что Калининградской области потребовались серьезнейшие костыли в виде особой экономической зоны, и то они не очень помогают. Хотя сейчас она росла неплохо последние годы, но 10 лет была просто пауза. А реальный эффект от этого приграничного положения аккумулирует только Ленинградская область, и тот любой регионалист скажет, а как разделить? Эффект это выгод приграничного положения, эффект от выгод агломерационного эффекта, который в России работает. В Ленинградской области есть часть агломерации Санкт-Петербурга. Разделить невозможно. Поэтому, когда дабл эффект, и то, и другое в плюс, вот машинка начинает, песок прокручивается, но машинка все равно уже способна работать. Еще очень важный момент, который надо понимать при оценке регионального развития, это, конечно, достижение институциональной экономики. Они нам очень много говорят о понятии статусной ренты. В регионалистике статусная рента – это в первую очередь рента административного статуса. В данном случае Москва есть столица Российской Федерации. Ее статус предполагает дополнительные преимущества. То есть не только агломерационный эффект, естественные преимущества, рождаемые концентрацией, но и особые институциональные преимущества, которые при некоторых режимах и в некоторых условиях становятся очень сильными. Об этом я попробую тоже поговорить. И, наконец, еще одна, уже я немножко ухожу от заявленного, от того, что я не буду лезть в урбанизм, но не могу не упомянуть, уж больно красиво. Это теория нового урбанизма, это Ричард Флорида, это теория креативных городов. Она сейчас страшно модная, ее все используют, все говорят, вот что такое креатив. А креатив по Флориде формируется тремя Т. И очень хорошее сочетание. Технологии, то есть новые технологии, таланты, то есть концентрация человеческого капитала и толерантность. Городская среда без одного из этих Т – креативной по-настоящему быть не может. Я просто как бы забрасываю вам некую информацию, чтобы вы сами ее оценили применительно к Москве. Поскольку и по технологиям, и по толерантности есть вопросы, но с талантами, я надеюсь, российская земля не оскудела и пока они очень сильно концентрируются в Москве. Как работает агломерационный эффект? То есть естественное преимущество. Я подчеркиваю еще раз. Агломерационный эффект – это не столичный статус. Это те преимущества, которые возникают благодаря географической концентрации экономической деятельности. Первый и самый такой понятный, что называется, тупой объясняющий вариант – это эффект масштаба. Когда у вас что-то становится крупнее, у вас уменьшаются издержки на единицу продукции. Но помимо вот этого тупого эффекта масштаба возникают дополнительные преимущества. У вас просто в силу концентрации уменьшаются расходы не только на транспортировку, у вас возникают лучшие условия для технологической конкуренции. Ваш конкурент рядом. Вы его видите, вы видите, что он сделал, вы реагируете на это. И вы как бы соревнуясь, обмениваетесь знаниями. Поэтому это очень важно. Плюс к тому, агломерационный эффект рождает концентрацию трудовых ресурсов,
а это значит лучший выбор для работодателя и одновременно лучший выбор рабочих мест для работника и концентрацию новых знаний. И концентрация потребителей, которая огромный плюс для любого производителя. Вот если говорить по Фуджите, то вот мы видим, как работает эта машинка. Но фактически до какого-то предела это перпетуум мобили. Это некое самоигральное устройство в виде агломерационного эффекта, когда у вас больше потребителей в городе, соответственно, больше фирм, которые локализованы, то, что есть потребители, более разнообразная продукция. И от того, что она разнообразна, возможность выбора снижает издержки потребителей. Ему лучше. И опять больше потребителей в городе. Барьером развития самой игральной машинки начинают выступать либо институты, либо инфраструктура, либо экология. Но она до определенного уровня развивает сама себя, поэтому агломерационный эффект встречается во всех странах и во всех местах. Задача моей сегодняшней лекции, по сути, вот это второе положение, которое бы я хотела сформулировать дисциплинированно. Развитие Москвы, оно за счет чего? Оно за счет действительно естественных конкурентных преимуществ, то есть агломерационного эффекта, функций реального центра в центро-периферийной модели, вот этих трех ТТТ, да, то есть где есть и технологии, и таланты, и толерантность. То есть то, что реально создает преимущество, движущее город вперед. Или это в первую очередь, потому что понятно, что это вопрос пропорций, это статусная рента. Причем статусная рента, рожденная сверхцентрализацией управления государством и вследствие этого многом сверхцентрализация управления бизнесом. Вот я попробую соотнести два этих момента. Понятно, что в количестве, в долях, там, уравнение регрессии я не построю. Да? Но я попробую на уровне примеров и фактов предложить вам некоторые объяснения, которые мне кажутся логичными. Первое, что я бы хотела сказать, в моем понимании, по сравнению с 90-ми годами, эффект статусной ренты существенно вырос и тем самым существенно исказил преимущества, реальные преимущества развития Москвы. Чем я это мотивирую? Посмотрите, пожалуйста, на долю Москвы, в некоторых случаях Московской области, потому что это агломерация, агломерационный эффект, так, Санкт-Петербурга для сравнения, во всем том, что производится в Российской Федерации. Доля Москвы в ВРП, это сумма всех воловых региональных продуктов всех субъектов Федерации, 23%. В 90-е годы начиналось с 14%. В 2000-е годы растет устойчиво с 20 до 23%. Доля Москвы в инвестициях 11%, с Московской областью 17%. Ну, чтобы было удобно от чего отталкиваться, доля в Москве в населении 7%. Доля Москвы во внешней торговле 40-42%, а если взять еще Московскую область, будет 48%. То есть функции внешней торговли полностью практически концентрированы в Москве. Ну, просто один пример. Вот, казалось бы, мы страна нефтегазового экспорта, да? Типа нефть и газ у нас производится в Тюменской области, кто школьный курс географии помнит. Так вот, знаете ли вы, что доля Москвы в экспорте 23%, а Тюменской области 12%? Вот так у нас работают институты. Вот так мы приписываем преимущества тем, кто не добывал. Хотя и добывал. Я любимая моя байка для студентов. Знаете ли вы, что 10% добывающей промышленности Российской Федерации приписано городу Москве? 10% всей добывающей промышленности. Из этих 10% 99% это нефтегазовая промышленность. Кто давно не видел факела, да, вышки, давно не наблюдал, как добывают нефть и газ, оглядитесь вокруг себя, сходите к окулисту, вот что-то у вас с глазами не так. Ошибочка вышла. Соответственно, ну есть только Укопотня, да, но там добычи нефти и газа нет. Товарооборот торговли. Каждый пятый рубль, с Московской областью четверть. Вот жилья. Но Москва сейчас рухнула. Да, в лучшие для нее годы было намного больше. Но с Московской областью опять та же самая вот эта сакральная цифра 1/5. По доходам бюджета до кризиса 1/5. Это гипертрофия. Гипертрофия очевидная. Чем она обусловлена? Я осмеливаюсь утверждать, что она обусловлена в первую очередь институтами сверхцентрализации, то есть получением Москвой незаработанных денег.
Когда территория живет и управляется на незаработанные деньги, довольно сложно представить, что эти средства будут эффективно расходоваться. И более того, неважно, какова фамилия человека, стоящего во главе этой территории. Иванов, Петров, Лужков, Сидоров или Собянин. Условия существования территории на ренту создают исходно предпосылки для неэффективных решений. Посмотрите, как сформирован бюджет Москвы. Если взять докризисный, ну, восьмой уже был кризис, но для Москвы он еще не был ощутим. Если мы посмотрим структуру доходов бюджета Москвы, почти половину доходов составлял налог на прибыль организации. Если вы думаете, что это что-то малое, среднее, то вы сильно ошибаетесь. Это то, что называется Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз. И далее, раньше было РАО ЕС еще в добавку, ее сейчас нету. И далее по списку. Москвичи или работающие в Москве, если говорить точно, формируют меньше трети всех доходов столицы. Имущество гигантское по цене в Москве, всего лишь 6%. Да? Доходы на, и акцизы и все, что связано с малым бизнесом, 2-3-4%. Город живет на ренту прибыли, которая аккумулируется по штаб-квартирам компаний, крупнейших компаний. В 2007 году эта цифра достигала чудовищных 55%. Ни в одном добывающем субъекте Российской Федерации цифра доля налога на прибыль не бывает выше 44-45%. В Москве была 55%. В кризис она рухнула до трети, в 2011 году восстановилась, как и в 2010, уже была опять 43%. Кризис прошел для Москвы довольно быстро с точки зрения структуры налоговых поступлений. И рентный доход в целом восстановился. Как расходуется эта рента? Если взять все инвестиции из всех бюджетов субъектов Российской Федерации, до кризиса Москва инвестировала треть, вся остальная Россия – две трети. Чудовищные расходы бюджетных, в виде бюджетных инвестиций, гигантские. Второй момент. Кто инвестировал в городе? Потому что мало... Прежде всего, московский бюджет. Если взять все деньги, которые инвестировались в город, город Москву, от 35 до 45% всех инвестиций в Москву составляли расходы бюджета города Москвы. Такого не бывает нигде и никогда, но есть в Москве. И вот в таких условиях контроль над московским стройкомплексом — это не личное желание Юрия Михайловича Лужкова, это абсолютно эффективный способ максимизации рентных доходов. Что трачу, да, то и имею. И до тех пор, пока в Москве будут такие уровни бюджетных расходов, машинка снятия ренты будет воспроизводиться. Можно быть очень стойким оловянным солдатиком и категорически отказываться это делать, но система вас подправит и принудит вас делать то, что максимизирует ренту, потому что это рентное существование. Вот посмотрите, какая замечательная картинка по доле бюджетных средств. Вот я здесь посчитала 8, 9, 10, ну тут плохо видно, я показываю специально Москву. Вот посмотрите. Вот это из федерального бюджета на нее расходуется не так уж много. 9% инвестиций из федерального бюджета в Москве дается, было 6-7. С приходом Собянина побольше стало. А вот то, что тратил бюджетные средства всего. Видите, что основная часть – это бюджет города Москвы. Поэтому я бы сказала жестко. Неэффективные инвестирования из бюджета Москвы должно сокращаться. Иначе рентное поведение будет воспроизводиться. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я не вижу другого способа уйти от рентоориентированного поведения. Теперь о москвичах, о том, как формируется концентрация населения. Ну, начну с того, что приведенные в верхнем прямоугольничке цифры населения по Москве, я уж не стала писать эту банальную присказку, есть ложь, большая ложь и статистика, да? Но это из этой оперы, потому что все мои коллеги-демографы в один голос говорят, что нет никаких 11,5 миллионов, что в Москве был очень сильный объем, большой объем двойного счета,
Да, наверное, не 10,5, но в любом случае не 11,5. Но потом вы помните, что в 2002 году в Москве добавили так на минуточку 1,5 миллиона, в эту перепись 1 миллион, это уже становится дурной традицией. Но тем не менее мы должны понимать, что мы говорим о стационарном населении. Но помимо этого, в Москве более или до 1 миллиона, я очень аккуратно беру цифры, их невозможно проверить, трудовых мигрантов из других стран и регионов, из регионов, кстати, больше, чем из стран, и каждый день около 1 миллиона подмосквичей приезжают в Москву на работу. Если посмотреть на наш город, он имеет абсолютно реальные преимущества в возрастной структуре населения с точки зрения доли трудоспособного населения. Она очень высокая, 63% это много, хотя это несущественно больше, чем в среднем по России, но с учетом вот этих людей, которые приезжают и вносят свой трудовой вклад, реально, конечно, она выше. Но Москва, как город стареющий, а это так, имеет и проблему, я сейчас пока только обращаю ваше внимание на нее, к ней потом вернусь. И это проблема очень высокой доли лиц в пенсионных возрастах. Это постаревший город с гигантской нагрузкой, социальными обязательствами. И любой власти, кроме того, что пилить ренту, налоговых сверхдоходов, приходится думать о том, что делать вот с этой проблемой высокой нагрузки пенсионерами. Кроме того, Москва, как сверхгород, собирает очень высокую долю массу российской миграции. Если взять последние три докризисных года, потому что в кризис немножко картинка поменялась, но я продолжаю, я уверена, что это пауза, не более того. Если взять три докризисных года, взять весь объем миграции внутри Российской Федерации и вычесть из тех, кто прибыл, тех, кто убыл, останется чистое сальдо. Вот 60% этого сальдо оседает в московской агломерации, в Москве и Московской области. Еще 20% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. То есть на всю остальную Россию прибавка в виде миграции вся, на всю Россию 20%. То есть машинка по имени Москва активнейшим образом притягивает население на ПМЖ, не просто трудовых мигрантов, потому что это миграция, которая считается Росстатом официально, она с переменой места жительства, на постоянное место жительства Москвы. Если мы возьмем следующий аспект, вот я очень люблю, по-моему, Тубернес или Утесов, дорогие мои. Утесов. Так вот, Утесов был абсолютно прав. Да, москвичи действительно очень дорогие и в номинале, и в реальном выражении. Да. Поэтому вот вам сравнение, причем сравнение честное, не в рублях. В рублях Москву, конечно, сравнивать нельзя. Жизнь в Москве, как известно, дороже. Я даже назову цифру официальную, росстатовскую. В 1,5 раза прожиточный минимум в Москве выше среднего по Российской Федерации. А так на минуточку, средний по Российской Федерации включает и Чукотку, и Ямал, и Якутию, там все вместе сидит. Так? Так вот, если считать отношение среднедушевых доходов москвича к прожиточному минимуму, то мы имеем соотношение на уровне 6. Вот сейчас в 2011 году оно немножко дрогнуло, но там надо смотреть методику Росстата, потому что к ней есть вопросы, как они считали. Но тем не менее, отрыв Москвы по покупательной способности доходов населения очень велик. Вот вам, пожалуйста, Санкт-Петербург, который еле выполз на 4, то есть 400% отношения к прожиточному минимуму. Вот Московская область, которая отчаянные молодцы, но в основном они молодцы, потому что агломерационный эффект уже распространился на Московскую область. Посмотрите, как это быстро шло в течение периода экономического роста. И Российская Федерация, где тоже был рост покупательной способности доходов, но он еле-еле переполз через 300%, так? 3 раза, то есть доходы выше, чем прожиточный минимум. Это гигантское преимущество Москвы. И если сравнить Москву даже по такому плохонькому показателю, как средняя заработная плата, я потом чуть позже объясню, почему он такой плохонький, то вы видите, что вот она Москва, в 2009 году 33 тысячи было в среднегодовой. Вот все остальные города-миллионники. То есть вот глядя на эту картинку, становится очевидно и понятно, уж если ехать, то ехать в Москву.
разрывы в доходах и заработной платы в значительной степени обусловлены концентрацией финансовых ресурсов именно в Москве. И если мы хотим не унижать Москву, не надо ее унижать, но если мы хотим подтянуть миллионники до сколь-нибудь приемлемого сопоставления с Москвой, условия сверхцентрализации нам это сделать не позволят никогда и ни за что. Это надо совершенно точно понимать. Потому что сверхконцентрация рождает сверхдоходы. Эти сверхдоходы распространяются уже на денежные доходы населения. Посмотрите теперь на московскую денежку. Вот мы говорим, Москва богатая, в Москве много всего. Можно я скажу как регионалист? А мы не знаем, сколько в Москве чего. И честно надо признать, что мы не знаем и вряд ли будем знать. Как я докажу свои печальные слова? Правда, меня может поддержать господин Суринов, глава Росстата, который на одной из последних наших презентаций доклада о человеческом развитии, развитии человеческого потенциала в России, будучи соавтором этого доклада год 2-3 назад, встал и сказал на уважаемую очень аудиторию: ну что мы тут обсуждаем? Ну нет в России региональной статистики. Ну нет. Так что все, что я вам рассказываю, считайте, что это немножко фантом. Итак, почему это фантом? Особенно в доходах. Вот посмотрите. Я обращаю ваше внимание. Вот на этот кусочек. Посмотрите. Доходы населения складываются из доходов от легальной заработной платы, предпринимательского дохода, социальных выплат, доходов от собственности и других доходов. Вот в разделе «Другие доходы» сидит обычно скрытая заработная плата. Посмотрите, какие удивительные вещи проходят в Москве. Чудный наш город в 2000 году имел долю легальной заработной платы только 18% от всех доходов населения. Но усилиями наших лидеров быстро довел эту долю к 2009 году до 43%, то есть до среднероссийского уровня. Как это сделать удалось? Значит, каким-то удивительным образом скрытая заработная плата рухнула с 40 до 23%. Каким-то удивительным образом доходы от предпринимательской деятельности упали с 14 до 7%. И так далее и тому подобное. Можно ли этому верить? So-so, отчасти. Попробую объяснить почему. А вот почему. Вот если кому видно хорошо вот эти столбики, да, они называются, вот эти столбики, страховые возмещения. То есть если в 2005 году в Москве страховые возмещения составляли значительную долю, то путем выкорчевывания из бизнеса попыток сэкономить на налогообложении, да, они упали примерно в 3-4 раза. Поэтому, сейчас найду, поэтому действительно отчасти московские зарплаты удалось обелить, но насколько они полно учитываются, в общем-то, не знает никто. Но вот что видно совершенно точно, что в этом богатейшем городе Москва доля социальных пособий и выплат вырос, не доля, а уровень, да, вырос примерно в 3-4 раза. То есть мы одновременно сняли частично теневую часть заработной платы и почему-то удивительным образом нарастили пособия и выплаты. Попробую объяснить почему. Что происходит в Москве? Если говорить об особых условиях Москвы, то первое и правильное особое условие, которое в доминирующей степени связано с агломерационным эффектом, это огромный и разнообразный рынок труда. И это здорово, что в Москве есть такой рынок. Вторая особенность – это очень высокие душевые доходы населения. Они в 2 раза с лишним, а недавно 2,5 раза были выше средних российских. Значительная часть здесь нормальных рыночных механизмов, потому что высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в Москве, но очень немалая часть вот той сверхренты, которая распределяется между москвичами. Благодаря этой сверхренте, я вам показывала выше, как выросли вот эти пенсионные надбавки и выплаты населению, мы имеем удивительную вещь. Мы имеем гигантские московские надбавки к пенсии, которые до последнего времени доводили пенсии до 2 прожиточных минимумов пенсионеров.
только в 2011 году эту границу зафиксировали как абсолютную, 11 с чем-то тысяч. А до этого она просто автоматически индексировалась вместе с прожиточной минимумом. У нас очень значительные надбавки в заработной плате бюджетников. Это тоже возможность распределения сверхдоходов. Еще более яркая возможность распределения сверхдоходов – это удивительная система оплаты ЖКХ в Москве. Я не знаю, в курсе ли, уважаемые слушатели, да, но у нас принят закон о 100% оплате ЖКХ. Так вот, в Москве до сих пор платят 2/3 за стоимость ЖКХ, и при этом еще в 2007 году платили только половину. То есть у нас вот этот ресурс тоже в значительной степени финансируется за счет сверхренты московской. При этом жилищные субсидии москвичи выплачивают не с 22% дохода, как вся Россия, а с 10%. И это выдается как замечательное достижение. Это действительно развитой социализм, я с этим спорить не буду. Но такие вещи возможны только на сверхдоходы. Такие вещи возникают при распределении ренты. Потому что большая часть ренты, конечно, уходит в стройкомплекс, но кость должна кинуться и населению. И эта кость вот в таком виде кидается. И я думаю, все вы прекрасно понимаете, что когда идет оплата 2/3 стоимости ЖКУ, то эту оплату в первую очередь экономит расходы людей, обладающих максимальной жилищной площадью, а не тех, кто имеет немного. Потому что просто дельта будет максимальной для богатых. Это очень специфическая форма социализма, социализм для своих. Что еще рождает рента? И мы об этом не любим говорить, а это очень неприятные вещи. Первое и страшнейшее – это гигантский разрыв в доходах. Даже по официальной статистике Росстата, я опять привожу этот чудный пример, как это сейчас баечка идет, тарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, настало лето, спасибо Путину за это, да, вот за 2007-2009 год, за два года дифференциация децильных групп, то есть 10% самых богатых, 10% самых бедных жителей Москвы, их доходов, была 42 раза, вообще она все время держалась выше 40, и вдруг в 2009 году, да, во славу как бы выравнивания, она вдруг сделалась 33 раза. Я, конечно, не верю этой цифре. Понятно, что уровень не мог так сократиться. Но представьте себе, в 40 раз 10% наиболее обеспеченных, я надеюсь, вы догадываетесь, что это не Абрамович, да? Эти люди не попадают в выборку Росстата. Их вообще там нету. И это вот тот, что мы называем upper middle class, вот среднеклассовая верхняя часть. И 10% самые бедные. Их доходы душевые различаются в 40 раз. Это чудовищный разрыв. Нормального интегрированного города при таких разрывах в принципе быть не может. В Москве, да, повышенная стоимость жизни, но здесь я, опять же, не грешу на ренту абсолютно, потому что я полагаю, что здесь люди путешествующие, и все прекрасно знают, что в крупных городах стоимость жизни выше. И жилье дороже, и продукты дороже. И это как бы вот издержки агломерационного эффекта. Но в Москве при этом формируется еще и масштабная бедность. Я очень люблю нашу статистику. Не далее, как, по-моему, госпожа Шевцова или Швецова, да? Она очень гордо говорила, что да, в Москве уровень бедности там 10-11%. И он действительно был всегда ниже, вот он так хорошо шел. Правда, Питер уже обогнал нас. Ну, мы сейчас сравнялись в кризисном году, у всех где-то 10-11%, в России 13%. Я просто прошу вас произвести простейшее арифметическое действие. Ну, допустим, перепись врет. Ну, допустим, у нас не 11,5, но чуть меньше 11 миллионов. Посчитайте 10% от 11 миллионов. То есть в этом городе живет больше миллиона реально очень бедных людей. Реально очень бедных. Какие-то программы, которые направлены на них, может быть, и работают, но главные программы направлены на доплаты пенсионерам, далеко не все пенсионеры бедные, и на покрытие наших издержек по ЖКУ. И в первую очередь они покрывают тем, кто богаче. Это доплаты из московского бюджета. Как наша власть московская борется с этой проблемой? Но есть способы улучшения ситуации, а есть способы статистической борьбы с ситуацией.
Я позволю себе остановиться на обоих. Начну, конечно, с любимой нашим бюрократическим классом, да, спорта под названием, да, борьба со статистикой. Как это делается? Вот посмотрите, пожалуйста, здесь приведены прожиточные минимумы пенсионеров всего населения, детей и трудоспособных относительно среднего по России. Совершенно понятно, что Москва – дорогой город, поэтому в ней прожиточный минимум средний по России равен 100, так? Он выше. Но вы обратите внимание, как интересно, да? Трудоспособное население у нас к среднему своему минимуму трудоспособных на 48% выше. Пенсионеры к среднему минимуму российских пенсионеров на 23%. Здесь уже на 58% выше, здесь на 26%. То есть московский пенсионер – это некий homo sapiens, да, которому в Москве очень-очень мало чего надо. И поэтому его прожиточный минимум относительно среднемосковского удивительно низок. И я могу подтвердить это просто таким элементарным расчетом, как соотносится прожиточный минимум пенсионера к прожиточному минимуму трудоспособного. В России это всего лишь меньше на 26%. В Санкт-Петербурге они не наглеют, на 30%. В Московской области она хорошо учится у Москвы, на 35%. А в горячо любимом городе Москва на 41%. Вот она, статистика борьбы с бедностью. Если опускать прожиточный минимум, от которого рассчитывается все для пенсионеров, минимально вниз, то вы начинаете очень активно бороться с бедностью, в том числе с бедностью пенсионеров. Я потом покажу, как бюджет решает эти вопросы. Но могу сказать, что борется не от хорошей жизни. Поскольку бюджет московский, он проблемен, был последние два года, наши пенсионеры вдруг оказались тяжкой ношей для московских властей. Нельзя снять с довольствия, потому что действительно в городе очень дорогая жизнь, и нельзя платить в тех рамках, в которых обещали. Вот поэтому вместо какой-то честной попытки обсудить, что мы можем сделать в этой ситуации, это рента или это некая программа, которая поддерживает людей, что мы можем как бы предпринять, чтобы решить проблему, самый простой способ – тихо-тихо занижать прожиточный минимум. Как вы видите, 10-й год – это уже вовсе… Когда у нас… Осень, нет, это еще Юрий Михайлович, это еще Юрий Михайлович. Но полагаю, что я посчитала, по следующему году традиция не нарушена. Теперь проблема постарения. Что с этим происходит? Мы как-то обсуждаем эту проблему, это же не рента. Это проблема, которую придется решать, потому что это не только старость, это еще сильнейшая социальная исключенность. Для такого большого города это аномалия, потому что, как вы знаете, из крупнейших городов люди, в общем-то, стремятся в старости уехать ближе к природе. И мы понимаем, наши власти озвучивают эти предложения просто до тех пор, пока в России такой уровень сверхцентрализации и до такой степени все концентрируется в Москве, мы никогда эту проблему разумным путем не решим. Потому что надо быть самоубийцей, чтобы съехать из Москвы в город Пупкинск и попробовать там лечиться. Мы же прекрасно понимаем, что в Москве, да, плохое здравоохранение, но настойчивые бабушки и дедушки получают медицинские услуги. В городе Пупкинске их просто часто может и не быть. Поэтому вот и здесь сверхцентрализация создает нам ловушку очевидно разумного решения данной проблемы. В Москве повышенная инвалидизация, кто не знает, да? С одной стороны, это просто лучше работают медики, они выявляют больше. С другой стороны, это наша экология. В Москве большой миграционный приток и проблема адаптации и миграции. Но пока все ресурсы собираются в городе, мы на что рассчитываем? Что мы скажем мигрантам: ах, какие вы несознательные, почему в Рязань не едете? В Рязани тоже есть работа, но в Рязани рабочее место стоит 2,5 раза ниже. Не надо считать мигрантов россиян и мигрантов из ближнего зарубежья дураками. Они не дураки, они принимают рациональные решения. Я не буду говорить здесь про экологию и транспорт, с ними, я думаю, все в порядке. Всем все понятно. Теперь у меня было такое суждение, третье, которое я, видимо, сейчас буду отчаянно опровергать. Третье суждение было следующее. Да, Москва
раздуто, как флюш, ненормальными доходами. Но если не получается самим, есть внешние обстоятельства неодолимой силы, которые нам показывают иногда, что мы неправы, что мы что-то не так делаем, бьют нас кирпичом по кумполу, и как-то система перестраивается. Вот мне казалось, что кризис мог бы сыграть эту роль. Наивно полагала я, потому что основания к этому были. Посмотрите, пожалуйста, что произошло в кризис с доходами нашего любимого города. Вот если в целом доходы всех субъектов Российской Федерации сократились на 4%, да, по доходу всего, то доходы Москвы рухнули на 22% в кризисном 2009 году. Если налог на прибыль по всем субъектам упал на 39%, по Москве на 45%. Но прошел год, и мы обнаруживаем, да, ну, слава богу, Москву поддержал НДФЛ, он практически не падал. Ну, а трансферты не смотрите, они в Москве мизерные. Прошел год, 10-й, частично компенсировано было падение доходов, так? И частично компенсировано падение базового для Москвы налога на прибыль. Но все-таки очень серьезный звоночек, 22% минус. Это заставляет одуматься. Одумалась ли Москва? Давайте проверим, что произошло в ее расходных обязательствах и полномочиях. Расходы всех субъектов Российской Федерации, так, сейчас я посмотрю, да, субъекты зеленые у меня, они в 2010 году, в 2009 году не изменились, а в 2010 году подросли. Москва вела себя гораздо разумнее. Она сократила свои расходы. Сначала в 2010, где-то на 2009, простите, на 12%, а в 2010 еще больше сократила. То есть город начал пытаться по одежке протягивать ножки. Это очень хороший знак. Более того, Москва корректно вела себя с расходами на госуправление, хотя, скажу так, в 2010 году немножечко не сдержалась, захотелось подкормиться. Посмотрите, как Москва резко сбросила расходы на нацэкономику. Минус 45% за два года, это все к 2008 году считается, минус 45% почти вдвое. То есть вот эта вот неэффективная система трат, а нацэкономики это в основном инвестиции, она резко сжалась. Москва резко поджала и расходы на ЖКХ тоже на те же 40 с лишним процентов. То есть город стал сжимать эти рентные формы расходов, которые были от жиру. Причем я обращаю ваше внимание, сжиматься это начало еще при Юрии Михайловиче Лужкове. В 2010 году это все еще было при Юрии Михайловиче Лужкове, потому что господин Собянин входил во власть, извините, уже глубокой осенью. То есть если бить кирпичом по голове, то любая система способна на адекватную реакцию, даже Юрий Михайлович Лужков. Теперь смотрите, что происходит с остальными вещами. Так? Если мы берем показатели, связанные со спортом, вот мне это очень нравится, да? Перестали поддерживать так замечательно наши клубы, удержали не жестко падение на культуру, подрастили образование, да? Не сильно, но упало здравоохранение. А что же произошло в Москве и в России? И вот помните, я вам говорила, Москва не Россия. Да ничего подобного. Россия она, матушка, родная. Вот посмотрите, что произошло с расходами на соцполитику. Это выплаты соцпособий всевозможных, по безработице, поддержка занятости, поддержка всех разных категориальных групп. Вот они в России выросли за два года на 55%. И в горячо любимой столице ровно на ту же сумму. То есть если во всей стране принят приоритет сохранения социальной стабильности путем заливания деньгами, то при любой власти этот приоритет будет воспроизводиться и в столице нашей Родины. Степень свободы управления есть только в сжатии ренты. Здесь не мешали. Но в необходимости соблюдать социальные обязательства, чтобы электорат был готов всегда правильно выбирать, здесь контроль федеральный очень четкий.
Посмотрите, что происходит со структурой расходов московского бюджета. И здесь я тоже скажу некие слова уважения, потому что Москва этого заслуживает. Если взять расходы на госуправление, вам Юрий Михайлович Лужков всегда бы сказал, а мы очень мало тратим, всего лишь 2%. Но чтобы было понятно, средняя цифра по России где-то 5-6%. Здесь корректно вычтено обслуживание долга, потому что Москва платит проценты по своему долгу. Ну да бог с ним. Меня только немножечко один вопрос всегда беспокоит. А можно не в долях процентов, а в расчете на одного москвича посчитать? Потому что московский бюджет, извините, 1 триллион в лучшие годы 300, а в этом году будет 1 триллион 500. И это 20% всех бюджетов субъектов федерации. Поэтому в долях как-то, кто математику школьную помнит, не очень прилично считать. А вот в душевых ничем не лучше, а даже поболее получается. Посмотрите, как интересно Москва и культурно сбросила расходы. Вот она, та самая рента, с 30 до 19%. И я, готовясь к лекции, специально залезла в исполнение бюджетов за январь-август и посмотрела, из чего же эти 19% складываются. Они очень культурные. Почти 12% из этих 19, то есть 2/3, это расходы на транспорт и дорожное хозяйство. То есть это попытка расшить уже в 2011 году те проблемы, которые возникли в инфраструктуре. Посмотрите, как грохнулась поддержка ЖКХ, и это правильно, потому что это рентная система. С уважением отношусь к росту расходов на образование и здравоохранение, если бы я только не помнила правила дробей. Когда у вас расходов становится меньше, доля возрастает. Есть тут надо этот момент немножечко учитывать. Расходы не то, чтобы их больше или меньше, они зафиксированы в рублях на уровне прошлого года, а если вы фиксируете в рублях, то типа инфляцию никто не отменял. И на здравоохранение надо платить больше, потому что инфляция, и на образование надо платить больше. Поэтому часть вот этого чудесного роста расходов на человеческий капитал надо отнести просто на то, что компенсировали инфляцию. Но проблема состоит даже не в этом. Вот посмотрите, каждый пятый рубль московского бюджета расходуется на социальную политику. Каждый пятый рубль. Еще в начале 2000-х это было 5-6, ну максимум 8%. Игра в популизм с населением наказуема. И вот теперь московский бюджет реально гнется под тяжестью гигантских социальных обязательств. Какие это обязательства? Из этих 20% всего лишь 4 на содержание всех этих учреждений. 16 – это выплаты населению, рост в 2 раза в долях – это гигантский рост. И если вы посмотрите, что же внутри, то каждый 10-й рубль московского бюджета тратится на пенсионные надбавки. Каждый 10-й рубль. Такого нет нигде в Российской Федерации. Москва стала заложницей политики нерешения проблем социальной консолидации, раз. Проблем пожилого населения с низкими доходами, его низкой мобильности. Проблем других форм взаимодействия с этими людьми, потому что там ведь не только деньги нужны, там нужны в первую очередь лекарства. Как эту решать проблему? Вы слышите эти большие обсуждения и дискуссии, как лучше решить? Я их не слышу, хотя внимательно прислушаюсь. Тихонько-тихонько платится. И вот единственное, что сделано, потому что изнемогает бюджет уже под этими деньгами, зафиксирована в абсолютных рублях верхняя планка доплат. Все, кто помнит, что такое инфляция, понимают, что в течение 3-4-5 лет верхняя планка будет инфляцией догнана, и как бы проблема типа рассосется. Так нельзя решать социальные проблемы. Это обман людей, и это маскировка проблем. Что делает сейчас Москва? Вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной, у меня нет однозначного суждения. Москва сейчас делает заначку. Вот вся та структура, которую вы наблюдали, 10 и 11 года, они даже в рублях практически совпадают, потому что собянинская команда тратит по уровню 10 года. А всю дельту, а вы видите, что дельта не маленькая, треть почти, да,
держит про запас. Это заначка. Как она будет израсходована к концу года, я с живым интересом посмотрю. Не знаю. Пока ситуация не случилась, я обвинять, упаси Господь, никого не буду. Но политика заначки – это политика волюнтаризма. Потому что с нами ведь не договорились, как эти дополнительные, очень большие доходы, потому что в этом году бюджет выйдет на 1,5 триллиона, судя по всему. Он полностью перекроет то, что грохнулось в 2009 и еле поднялось в 2010 году. 1,5 триллиона – это много. Вы слышали обсуждение о том, как будет тратиться бюджет? Да, нам сказали. Сегодня, мне моя коллега процитировала, 20% расхода бюджета пойдет на поддержку социальную защиту, соцполитика, и еще 20% этих расходов пойдет на решение транспортных проблем. Могу сказать, что сейчас в рублях расходы совокупно на дорожное хозяйство и на транспорт составляют порядка, за вот январь-август, порядка 80 миллиардов рублей. То есть, соответственно, по итогам года они выйдут на 120 миллиардов рублей. Обещают потратить на это 200 миллиардов рублей в следующем году. Это приличный прирост. Как, ну, не категорически, это же проблема острейшая, да, но приличный прирост. Как это будет тратиться? Покажите карты в ваших руках. Тишина. Вот как с этой заначкой. И это тоже, хотя я не скажу, что это рентное поведение. Это стиль. Это большой стиль эпохи. Мы знаем, как надо. Мы вам все объясним, расскажем. Подождите, мы сделаем вам хорошо. Подходя ближе к концу, поскольку время уже мое подходит, давайте я попробую как бы озвучить некие риски, которые я вижу, некие возможности. Очевидно совершенно, что Москва носом утыкается в серьезный политический пресс социальных обязательств. Эту проблему придется решать. Эта проблема рождена рентой, и рентой дальше разрешиться не сможет. А если сможет, то цена вопроса для Москвы будет чудовищной для всего ее развития. Москва в инфраструктурном коллапсе. Те средства, которые запрограммированы на будущее, в рублях проблему не решают, то что эту проблему не бывает рублевого решения. У этой проблемы решение мультифакторное и обязательно институциональное. Это миграционный пылесос, который никакого плавильного котла в Москве пока не создает, эта проблема тоже подвешена. Это социальная поляризация и дезинтеграция, это очень сильные экологические риски. И снова ситуация того, что власть уже новая, становится получателем ренты. Вот такие вводные. Попробую разобраться, а как вот из этих вводных нам выйти то, куда надо? Что нам надо? Какие вызовы и запросы стоят перед столицей? Но я как бы перестану говорить про финансовый глобальный центр. Эти вопросы мы вначале уже подвесили. Я не гадалка, чтобы понять, получится или нет. Я буду говорить о том, что ну, объективно абсолютно необходимо. Инновационная экономика, услуги бизнес-то-бизнес и образование. Это будущее Москвы, это понимает любой специалист. Серебряная экономика – это экономика для пожилых. Услуги платные, бесплатные, волонтерские – это интеграция бюджета и рынка в том, чтобы обеспечить достойную жизнь пожилых и домохозяйств, семей. Как мы срабатываем на эту интеграцию? Не понимаю. Это инфраструктура, начиная от расшивки рациональной точечных проблем до широкого понимания. Это городское планирование, где я не специалист, и предлагаю пригласить специалиста. Ну, понятно, для чего оно нужно, для комфортной среды. И это открытая политика, где ищется консенсус интересов разных групп граждан. Вот абсолютно понятно, куда должна двигаться экономика и управление Москвы. Тут ну, никаких загадок нет. А теперь на все это я наложу простую вещь. Можно ли решить проблемы в Москве так, как их сейчас пытаются решить? И еще в отрыве от проблем ренты сверхцентрализации. Пока есть рента, рассчитывать на рациональные решения крайне сложно. Это случай как бы исключительный, когда есть воля у людей противостоять этой ренте. Не верю, не было такого в России.
чуть подольше продержаться можно, как Кудрин продержался, потом все равно сломали. И теперь и на оборонку, и теперь и на все остальное, плати не хочу. Что решает в этих задачах расширение Москвы в 2,6 раза? Сегодня объявленное Собяниным создание столичного округа. Мне позвонило несколько журналистов. Я как человек несведущий задавала только один вопрос. Скажите, пожалуйста, а каковы границы этого столичного округа? Никто ответить не смог. Господин Собянин обозначил, что он будет. Как, что, почему, где? Я уже не говорю, что такие решения вообще без экспертизы не принимаются. Потому что родить столичный округ, вот такую вот середочку, да, а вокруг него будет бублик с дыркой посередине, центральный федеральный округ, да, это, конечно, извращение уже такого высокохудожественного полета, я бы сказала, да, это креатив по-настоящему, это надо ценить, да. Так вот, давайте попробуем понять, что же мы придумали. Я подчеркиваю еще раз, снимая вину со всех экспертов, я не урбанист, меня не спрашивали, я региональщик, но знаю, что не спрашивали никого из урбанистов. Это волюнтаристски принятое решение было сделано абсолютно в рамках бюрократической логики. Что важно для бюрократа, когда он пытается решить проблему? Город задыхается в тех площадях, которые есть, хотя порядка 15, по разным оценкам, 18% территории Москвы – это промзоны, которые уже заняты бог знает чем, и надо выводить, там уже реально предприятий нету. В этот кризис, кстати, забыла добавить, кризис все-таки сыграл свою очень важную роль. Он добил неконкурентоспособную промышленность Москвы, и если вся российская промышленность к лету восстановилась на минус 4-6% лету 2011 года относительно докризисного периода, Москва лежала в ауте минус 35% и выползать не собиралась. Понятно, что завод «Серп и молот» уже не работает, но много чего еще по остаткам было. Этот кризис добил. Москва – постиндустриальный город. Не может быть шинного завода в 3 километрах от Кремля. Не может. Кризис, как кирпич, это объяснил. Теперь у нас есть резервные площади? Типа есть, но с ними надо заниматься. Гораздо проще прирезать. Вот это абсолютно бюрократическое решение. Прирезать, как они говорят, агломерацию. Это не агломерация. Московская агломерация – это осьминожка, которая развивается по вылетным магистралям, по всем направлениям, двигаясь, расширяясь, охватывая новые территории, чуть медленнее в межмагистральных пространствах, быстрее в магистралях, долетая уже до Гагарина, долетая в соседние регионы, там, до Переславля-Залесского, до уж за Петушки, это точно. Вот она, московская агломерация. И это естественный растекающийся организм. Вот эта чудная прирезка преследовала абсолютно бюрократические цели. Цель первая. На московском бюджете и так висит чертова туча социальных обязательств. Первое, что надо делать, их не увеличить. Из Московской области ювелирно вырезан кусок, в котором проживает минимум-миниморум населения. 260 тысяч Москва уж как-нибудь переварит. Да? Пункт второй. Чего заморачиваться с промплощадками, с неудобьями? Давайте уж сразу по-хорошему. Вот этот кусок Москвы самый свободный с точки зрения застройки. Тут сельхозземли, тут приличные лесные массивы, хотя уже частично порушены. Но главное, здесь много сельхозземель, которые можно московскому стройкомплексу вперед танковой атакой. Без проблем. Здесь лучшая инфраструктура, потому что Киевку уже привели в порядок, Боровку привели в порядок. Ну, с Калужкой плохо, но невеликое шоссе, потока большого нет, можно отрихтовать. Проблем, в общем, немного. А вот тот размерчик, который вообще организован, да, ну, это просто регионалисты без хохота не могут это комментировать, честно вам скажу. Я называю это простым выражением. Запас карман не тянет, нехай будет. Упремся, разберемся, что-нибудь потом придумаем. Можно было отжать Громова в этих политических условиях. Отжимаем по самое не могу. Других оснований для обоснований, для описания того, что мы с вами сейчас имеем, я не знаю. Мой коллега Вячеслав Леонидович Глазычев всегда мне говорит: «Наташ, ну что ты кипятишься?
Ну, понятно, что агломерации развиваются горизонтально, что агломерация есть продукт взаимодействия разных структур, муниципалитетов, соседних регионов. Это договорные отношения, это попытка общего планирования, попытка создания общей инфраструктуры. Ну, разве ты не понимаешь, что у нас не умеют договариваться горизонтально? И это еще одно следствие сверхцентрализации и сверхвертикализации. Территории отучили напрочь к любому варианту взаимодействий, кроме конфронтационного. Мое – не замай, мое – не заходи. Культура задается в вертикализации, в том числе и управленческая, политическая культура. Поэтому московские проблемы, проблемы агломерации не решатся без изменения сверхвертикализации. Следующий риск, я уже заканчиваю. Что будет, если проект «Большая Москва» будет реализован? А я вам просто хочу это показать простенько-простенько на примере других больших проектов, которые в Российской Федерации нынче вводятся стадом. Вот первое стадо, посмотрите на него. Это такое удаленное дальневосточное, называется «Саммит АТЭЦ», да, в Приморском крае. Вот посмотрите, это федеральный бюджет, его расходы. Вот взять, если за 100% все расходы федерального бюджета, вот смотрите, что происходит с Приморским краем. Опа! Каждый 8-9 рубль федерального бюджета сейчас расходуется в Приморском крае. И, как вы догадываетесь, не во всем Приморском крае, в конкретном городе Владивосток, Владивосток с островом Русский. Вот второй разгонный аппарат, посмотрите на него. Называется Краснодарский край. Если раньше эти расходы были стабильные, там 6%, не больше. Вот пошел 11-й год, уже 13%. Вы понимаете, как будет замечательно в 12-м и 13-м годах. Вся страна будет работать на Олимпиаду. Так это же хорошо, скажете вы. А потом будет Большая Москва, и правительство переедет. И как только мы Олимпиаду проведем, все деньги сконцентрируем и будем создавать новую Москву. Нам-то что как? Нам, москвичам, очень хорошо. Сколько же федеральных денег нам придет? Ну, во-первых, и сейчас на Москву тратится уже 9% всех федеральных инвестиций. Было 5-6 при Лужкове, сейчас 9%. Не думаю, что вы это сильно заметите. Но я вам хочу сказать, что в таком случае неизбежными следствиями нового большого проекта будет пункт первый. Усиление и резкое притока трудовых мигрантов. Могу посоветовать вам посмотреть прессу по застройке Владивостока и Сочи. Во Владике уже были забастовки трудовых мигрантов от киргизов до югославов, кто там работал, потому что местное население не нанимают строить. Строят выгодные для подрядчиков или высококвалифицированные, или дешевые строители. И когда господин Собянин утверждает, что ну, у нас большой стройкомплекс, мы будем Большую Москву строить своими руками. Детский вопрос, а кто в этом большом московском стройкомплексе конкретно месит бетон, да, и конкретно стыкует плиты? Вы их прекрасно знаете, вы их видели. Второй пункт. Решение о землеотводах в условиях рентной экономики, помноженной на большие проекты, гремучая смесь, гремучая просто, будет строго производиться. Каким бы белым и пушистым ни был господин Собянин, ему просто объяснят, как надо. В пользу либо московского стройкомплекса, либо людей, которые аффилированы с питерскими структурами, контролирующими московский стройкомплекс. Что будет к 2014 году, каким будет дизайн, я не берусь судить, но полагаю, что вот будет такое вот смешанное московско-питерское участие. Лоббистское давление в России в отсутствии снизу гражданского контроля не каким образом не ограничивается. Пункт третий. Вот это резервные территории. В условиях эволюционного развития агломерации они бы могли развиваться естественно, хотя, честно скажу, никаких иллюзий по поводу качества госуправления имени господина Громова у меня нет в Московской области. Там все продается и покупается. Да? Но сейчас мы получим искусственную консервацию на некоторое время, да? Засиделись на старте. А потом, как ребята рванут, мало никому не покажется. Дальше, и это очень тяжелое, воспроизводится новый барьер между Москвой и Московской областью. Что бы и кто бы ни говорил, вот моя территория, хозяин-барин, я делаю так. А что вы на своих остатках делаете? У меня уже есть все резервная зона, я живу там.
а вы в вашей Московской области, да как хотите. Неизбежно воспроизводство барьеров, а вот тот сегодня заявленный столичный округ, я его воспринимаю, знаете, как эрзац переговорную площадку. Посадят на него какого-то важного, степенного, серьезного человека, и он будет говорить: господин Собянин и господин Крупп, ну давайте сядем, договоримся, как вы будете взаимно развиваться. Я как-то не очень понимаю, кто этот человек, но по функционалу это должен быть кто-то выше в нашей управленческой иерархии, чем господин Собянин. Дмитрий Анатольевич молод немножко для этого функционала. Владимир Владимирович как не с руки. Так что давайте погадаем, кто там будет этим аксакалом, да, договаривающим двух непримиримых участников эрзац-коммуникации. Но самое главное не это. Любые большие проекты, любая сверхконцентрация, рождающая ренту, приводит к дальнейшему усилению центр периферийных различий, сильнейших, то есть центр пухнет, без передачи инноваций назад, вниз по иерархии городов, в сторону развития периферийных территорий. И уж тогда точно Москва будет не Россия. Только нам от всего этого точно не будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Извините, что задержала. Все очень хорошо. Я в самом начале забыл сказать о том, что с июня наш проект проходит при поддержке российской венчурной компании, и в этом смысле разговор об инновациях имеет прямое отношение к делу. У меня есть такой вопрос. А как вы себе представляете отказ от ренты? Как вы себе представляете непосредственно механизм ухода от сверхцентрализации? Первый пункт – это децентрализация. Помните, я вам сказала, Москва – это Россия. До тех пор, я оставила это на закуску, пока не будет произведена децентрализация управления, а не менее важно – дерегулирование управления, передача не только полномочий, но и контроля на региональный уровень, потому что сейчас расстояние между детскими кроватками в детском садике и расстояние между горшками в детском садике регулируется санпинами, независимо от того, какая в городе очередь на детские садики. Вид краски, которым кратится детский сортирчик, тоже регулируется санпинами. Шаг влево, шаг вправо, в отличие от господина Тимченко, это превышение полномочий, или там Роснефти, кто у нас там, кого защищал Владимир Владимирович Путин, да, это подсудное дело. Это означает, что без деконцентрации и дерегулирования проблема московской ренты неразрешима. Суть же ситуации не в том, чтобы расширить Москву вот этой прирезкой. Суть ситуации в том, чтобы освободить Москву от избыточного количества чиновников, очевидно избыточного, уменьшить его, и от избыточного количества регулирования федеральными органами власти. Понятно, что крупные компании все равно будут прописываться по Москве. Ну так в России исторически сложилось, мы страна центральная. Но примите, наконец, законы, которые обязывают платить прибыль по активам, размещенным в регионах, и тогда не будет этого адского перекоса. Ведь не принимают же. Невыгодно. Лоббисты. Потому что перегнать штаб-квартиру и офшор – это гораздо более короткая двухкодовка, чем сначала выплатить прибыль по региону, а потом уже двигаться дальше. Поэтому без изменения системы центрального управления в Москве не изменится ничего. Это мой печальный вывод. Как бы нам этого ни хотелось. Еще один вопрос. С одной стороны, точнее, со всех сторон, конечно, не хочется лжи, хочется открытого разговора, открытой дискуссии и о социальной политике, о каких-то реальных границах возможностей. Но, скажем так, если это разговор в ситуации, когда вынужденно возможности как бы уменьшаются, и на выходе более или менее понятно, что там то ли в фас, то ли в профиль, но какие-то льготы тоже уменьшатся, да. Мы там, сейчас наблюдаем, каким именно образом происходит диалог на эту тему там, на площадях Греции, Испании, Португалии, Италии.
Как вы считаете, вот, как бы так можно было построить диалог так, чтобы он был более или менее... Без членовредительства? Конструктивным, да-да-да. Знаете, хорошего решения нет ни одного. Вот мы дожили до такого замечательного времени, когда вообще нет простых решений и нет хороших решений. Они все несут в себе очень сильные риски и проблемы. И довольно сложно посчитать, да, как вот это между этой Сциллой и Харибдой пройти. Потому что мне, например, у меня язык не повернется объяснять московским пенсионерам, что им слишком много платят, в условиях, когда возводится 23-я резиденция. Не могу я этого объяснить, правильно, да? Когда дифференциация заработных плат чудовищная. Поэтому вот я еще раз говорю, что ну, невозможно решить ни одну московскую проблему, пока не поломается что-то на федеральном уровне. А как поломать федеральный? Не поломать, переменится. Давайте, ломать мы ничего не будем. Переменится на федеральном уровне. Я, например, считаю, что людям нельзя объяснить, что им будут платить меньше. Себя надо... А, чудный... Можно я расскажу встречный анекдот? Mm-hmm. Мне рассказали, мне жутко нравится. Да? Господин Нарышкин в узком кулуарном кругу выдвинул предложение, как начать повышение пенсионного возраста. Перезревшая мера, всем понятно. Он сказал, ну давайте начнем с себя. Государственные чиновники будут работать дольше. Они с удовольствием покажут пример народу. Да, спасибо большое. Нам на самом деле задали несколько вопросов читатели в интернете, но я буду их чередовать с вопросами, собственно, присутствующих коллег. Да, просьба поднимать вопросы, называть себя перед вопросом и говорить исключительно в микрофон. Наташа, сейчас, секундочку. Спасибо, Григорий Чудновский. Спасибо за честную лекцию. И это редко получается от профессионала и так остро и злободневно. Я хотел бы обострить ее в следующем смысле. Хотя у вас это звучало, но, по-моему, не сильно вы акцентировали. Деньги-то бюджетные города, это политические деньги. Да. Они политические по многим признакам. Да. Прежний мэр был политиком с 90-х годов. Еще чуть-чуть мог бы стать президентом. И он не охладел на всем протяжении 2000-х годов, не охладел, а состоял высшим партийным функционером. И бюджетные деньги формировались с позиции политики. Новый мэр тоже занимает высшую должность в партии, возглавляет список московской политической общественности. А это грязная вещь, чрезвычайно грязная, и поэтому бюджеты... Вот те, которые вы проговорили, социальный характер, да, это политические деньги. Я бы не переоценивала роль партийного руководства в формировании московского бюджета. Это гораздо более глубинные. Да и вообще формирование бюджета. Ну, это гораздо более глубинные причины, почему в Москве так сверхконцентрируются деньги. Надо смотреть, как устроен российский бизнес. Что такое вертикальная интеграция? Вот я как раз не закончил. Извините, пожалуйста. Перейти на составляющую политического бизнеса. Ведь те люди, которые так или иначе зависят от своих доходов, ну это крупные предприниматели, от политики, получают преимущество. Может быть, и не случайно, поэтому километр дороги у нас там в десяток раз выше, чем в Европе или в других странах. Потому что фирмам дают лишнее. Вопрос в чем? Да, я хочу пообсуждать. Я сказал, что не акцентирована политическая составляющая. Вопрос я задам короткий в конце, он совсем будет короткий, но мне хочется обострить. И вот совсем недавно были оглашены в ведомостях расходные части Роснефти, и почти 300 миллионов долларов на благотворительность затрачено. Да? И с трудом вырвали... Что ж благотворительность входит? 80% на духовное возрождение нашей страны. Кто мог бы им дать такие деньги, если не из политических соображений? Дальше я не хочу развивать тему политики, она просто везде сидит. Трудно представить мэра города Нью-Йорка политическим деятелем, там, где должна быть хозяйственная, бюджетная и другая политики. То есть там отслаивается... Мэр Нью-Йорка, конечно, некоторым политик. Образом политик. Что, он политик, он играющий в политик, но он не перемешивает это.
И вот это я хочу подчеркнуть. Ну, поспорим где-то так, что время. И просто я эту тему политических денег хочу поднять до некоторых небывалых высот. А вопрос короткий. Вы сказали, что без гражданского общества не формируется контроль вот за такими чудесами, которые в столичном бюджете происходят. Скажите, ваша лекция – элемент гражданского общества? Ну, а что без сюда пришла-то? Спасибо. Спасибо. Но каждый делай, что должно, и будь, что будет. Мы же все, в общем, по этой схеме живем. Три вопроса коротких. Да. Вопрос первый. Просьба представиться. Да. Семен Юдицев, в прошлой жизни сотрудник Института градостроительства. Первое. Какое отношение понятие «федеральный округ» имеет к территории, вообще к городу и градостроительству? Я поясню. Значит, Канберра и Сидней. Канберра в 10 раз меньше. Но, тем не менее, столичная территория есть. Сидней в 10 раз больше, никакой столичной территории нет. Город Бразилия. Да-да-да, ряд понятен. Да. Дальше, так. Вашингтон и Нью-Йорк, Бразилия и Сан-Паулу. То есть это все понятие чисто юридическое. Поняла. О том, чтобы губернатор, избранный населением, не мог влиять на политику федеральных органов, находящихся на его территории. Только для этого создается федеральный округ. А у нас что? У нас президент может, образно говоря, на любого губернатора ногами затопать, руками замахать, закричать «уволю», и у губернатора поджилки затрясутся. То есть какой смысл образовывать федеральный округ в этой ситуации? Вопрос второй после этого. А можно сразу, то я забуду, то что. Да, да, давайте. Нет, просто давайте чередовать. У нас как бы с вами идет четко. В России не разделены две разные дефиниции. Стандартный Federal District Columbia, да, вот то, что есть, вот то, что вы объясняете, да, и федеральный округ по-российски, к которому мы уже за 11 лет маленько привыкли, с непонятным функционалом, да, с очень специфическими фигурами во главе. Ну, люди просто справки собирают, да, и совещания организуют. Вот их основной функционал. Ну, доносы пишут так между делом. А федеральный округ Колумбия, да, вот в том понимании, как вы говорите, да никто же против него не имеет, просто называется не город Москва, а вот Federal District Москва. Но нам же этого не сказали. Господа сами путаются. Они уже породили одни федеральные округа и не очень понимают, как теперь американский и прочий опыт приладить к нам, если слово уже употреблено по-другому. Вот мы и гадаем. Прошу прощения, тут просто один из заданных вопросов с этим тоже связан. Я тогда его зачитаю, может быть, как-то будет удобнее отвечать вместе. Можно ли обойтись без переселения федеральных органов власти за пределы МКАД? Если да, то каким образом? Если нет, то куда их лучше переселить, по вашему мнению? Ответ – можно обойтись без переселения. Ответ второй. За период с 90-х по конец 2000-х количество чиновников в России выросло до уровня СССР. То есть у нас количество чиновников сейчас такое, какое было в СССР, а СССР по численности населения было в два раза больше. Вывод третий. Децентрализация, реальная федерализация страны со всеми издержками, которые несет этот процесс, он очень будет непростым. Это выход из тоннеля, из тупика, в который мы себя загнали. В этом случае Москва перестает концентрировать такой чудовищный объем функций. В этом случае город, как агломерация, будет разрастаться, он все равно будет разрастаться. И есть возможность интегрирования пригородов и города. В этом случае очень много денег придется потратить в инфраструктуру, но это будут рациональные траты, в отличие от города чиновников. Так? А в относительно города чиновников я могу добавить только одну простую вещь. Вот, в общем, половина москвичей согласна с прирезками, мы, наверное, с вами. Большинство под москвичей, которые попали в эту зону, подавляющее большинство, и почти половина москвичей однозначно согласны. Я очень тихонько всегда вот думаю, как бы людей спросить, скажите, пожалуйста, а вы согласны с тем, что у вас на Полежаевской, в Сокольниках, на Каширке, на университете инвестиций будет кратно меньше, потому что бюджет города, он как бы фиксированная величина, да, и федеральных денег даже если добавится, я вам показала разницу между инвестициями бюджета города и федералами, но они в лучшем случае сравняются, да. И это значит, что по закону Ломоносова-Лавуазье в одном месте убудет, чтобы прибыло в другом. Вы об этом подумали, когда соглашались? Это пункт первый.
А теперь вопрос ко всей стране. Скажите, пожалуйста, Казахстану, новая столица Астана, принятая решением уважаемого руководителя республики, обошлась в течение 10 лет примерно 8-10% ВВП страны. Вы согласны с тем, что вот будет такая бедность, какая есть в Казахстане, а я ее посмотрела, я работаю с этой республикой как консультант, да, реальная бедность, да? Вы готовы к этому, что до 10% ВВП страны будут вкладываться в то, чтобы был чудо-город в степу? Пожалуйста. Если общество к этому готово. Просто другое дело, что ему об этом как-то никто не сообщает, да? Ну, в смысле, не спрашивает. Его не спрашивают, и оно чудовищным образом об этом не задумывается, что все имеет свою цель. Все. И такие переносы – это очень дорогая, достаточно неэффективная модель решения проблемы, потому что проблема воспроизводится системой политических отношений. Угу. Так, и был третий вопрос, по-моему, еще. И третий вопрос. Насколько вы полагаете, это все в какой-то степени реализуется? Потому что предварительные оценки были, что это осторожно, 11-12 триллионов рублей. Ой, из которых 60% должно быть федеральными. Бюджет Москвы 1,5 триллиона сейчас. Да, хороший бюджет. 11-12 – это вот эта вот озвученная цифра экономистами. Потом господин Собянин, в общем-то, откровенно высказался. Одну фразу его запомнили о том, что это территории, которые будут приносить Москве золотые яйца. Курица, которая будет нести золотые яйца. Вот так он высказался в интервью где-то в конце сентября. Но у него была еще одна фраза в начале сентября в другом интервью о том, что мы просим у области безвозмездно передать самое ценное, что у нее есть. Земля. То есть вот, да, безвозмездно дайте нам курицу, от которой мы надеемся получить золотые яйца. Да. Вот насколько это все реально, потому что у риэлторов есть очень сильные сомнения, потому что у нас образовался уже, захлебнулся рост цен в бизнес-классе, у нас в Москве навес 1,5 миллиона квадратных метров отложенного предложения, которые будут завтра выкинуты на рынок, если появятся финансовые инструменты. У нас из 700 поселков коттеджных в Подмосковье плохо 300 продается. Загнулись, угу. Да. Угу. То есть никакого бизнес-класса, о котором они говорят, в этих местностях не построить, потому что там можно строить только эконом-класс. Но если эконом-класс, надо строить дороги, и где эти люди будут работать. Насколько это все, вот, учитывая, что еще 3 года надо проектировать, потом еще 3 года надо строить дороги, и только потом начнется строительство всего этого, кроме правительственного квартала, который там хотят построить. Можно я похвастаюсь? Это жутко неприлично, но я похвастаюсь. Я еще 3 года назад, или 2, уж не 3, да, на экспертном совете Госдумы кричала, что дорога Урал-Промышленный, Урал-Полярный, которая выбрана в качестве знамени партии «Единая Россия», не будет построена никогда. Не далее, как недавно, отлично от Козыка, я узнала, что ее строить не будут. Поэтому всегда есть шанс, что дурное решение, отложенное в долгий ящик, потом рассасывается потихонечку. Но когда уже будут границы обозначены, а это дело пробьют в этом году, оно рассосаться не сможет. Это раз, это не дорога Урал-Полярный. Здесь очень большие бизнес-интересы сидят. Мое ожидание такое. Первое, что будет сделано, катком в 30-километровой зоне все поля нынешние сельхозназначения будут застроены жильем эконом-класса. А московский бизнес нерационален, к сожалению. Да? Будут строить вот большими микрорайонами. Как совхоз московский, кто знает, да, вот уже вот сплошь застроили, там продажи идут не идеально, будут строить дальше. Упрутся в потолок платежеспособного спроса. Начнут разоряться, придут в ВЭБ, в Сбер и далее по адресам просить кредиты и закладывать построенные массивы и земельные ресурсы. Мы же все это уже проходили в 2009-2010 году. Волна государствления, попытка продать. Продажа осуществляется, как правило, очень своим. Но вот эта территория создает дополнительные механизмы для поиска ренты бюрократической элиты. Нерациональных решений. К сожалению, у меня есть ощущение, что это произойдет. И когда уже гавкнется вот так, все по-настоящему, тогда будут думать головой. А
Я бы, да, одно маленькое соображение, один маленький вопрос. Соображение, вот тут у нас был некоторое время назад семинар по проблемам стратегии Москвы, и там... Я на нем вот, да, Наталья Васильевна высказала мысль о том, что, возможно, среди тех, кто, ну, скажем так, в той или иной степени заинтересован в таком решении, это, в общем, те, кто будут осваивать эти земли, девелоперы и так далее. Там, потом в кулуарах, или даже не в кулуарах, а просто это как-то не было особенно услышано, еще один участник, там, контактирующий регулярно с вот этими группами, сказал, что вот... Нет. Да, что нет, что... Что, в общем, реакция этих людей – это скорее более или менее ужас, потому что у них встал бизнес и так далее. То есть тут, в общем, довольно интересный вопрос, и кто выгодополучатель, и как устроено вот такого рода решение. Потому что кажется все достаточно сложно, в том смысле, что, может быть, это даже просто некоторый такой... Не то чтобы очень целерациональное действие. Скорее, я соглашусь с вами, я, конечно, упрощаю ситуацию, но я просто смотрю по результатам пузыря и кризиса, который уже случился, и там степень нерациональности поведения бизнеса была чудовищная. Набрать кредитов, вложиться и ждать, когда рынок будет расти дальше. Сейчас эти попытки повторились во вздутии цен на новостройки в новоприрезанных территориях. Они довольно быстро уперлись в потолок платежеспособного спроса. Но я также наблюдала, вот, по рассказам коллег, какие игры были у девелоперов, скупивших большие земельные участки, чтобы именно на их территорию что-то пришло. Эта банка с пауками будет репродуцировать очень специфические решения, потому что они страшно коррупционные. А вот в такой системе отношений рационального, я боюсь, ожидать не очень придется. Надежда на бюджетные деньги и на распил – это святое чувство российского бизнеса. Его загасить очень трудно. И с этим, на самом деле, связан вопрос. Предположим, что принято решение уже на юридическом уровне, нечто вот такое вот прорезается, а может и не только вот такое, но не менее чем вот такое. А как бы вы видели осмысленную, невредную политику в ситуации, когда, если прорезается, что можно сделать, ну, скажем так, с пользой для города, для области, для людей? Очень трудный для меня вопрос, потому что я категорически противник прирезки. И как все упертые люди, мне трудно думать в условиях, что будет если. Но первое, что мне кажется, должно быть сделано, и это колоссально важно для москвичей, это максимальное восстановление лесозащитного пояса. В бытность господина Громова сильно он был так порублен, порушен. Если господин Собянин понимает, в каких условиях мы живем в нашем городе, то вот эта южная часть ЛПЗП, она должна быть просто отремонтирована. Пункт второй. Я не вижу ничего страшного в точечных вот таких застройках, типа как вокруг совхоза «Московский». Тоже можно сделать у Птичного, но это следующая рокада. Совхоз «Московский» – первая рокада, связывающая Киевку и Калужку, а Птичный – это вторая рокада. Там вполне возможно какая-то относительно такая экономичная застройка, если будет платежеспособный спрос на это дело. Третий сюжет. Очевидная необходимость реконструкции Калужки. Но у меня тогда вопрос, а что делать бедным людям, которые по шоссе энтузиастов ездят? Они-то за что? Потому что Калужка не такая смертельная. Ну, на Калужке «Газпром», на Калужке дача «Самина». Понятно, что решение будет принято в эту сторону, хотя затыки, например, на Яхрому, да, и уж про Ленинградку я просто говорить не буду ничего, там жестче гораздо ситуация. А Калужка и Киевка, они дубли в какой-то мере, и Симферопольская там идет. Но если уж вот такие условия, то ЛПЗП, точечная застройка микрорайонами для людей с не очень высокими доходами, чтобы они могли решить жилищную проблему, и реконструкция Калужского шоссе. Так? Спасибо. Но правительственный квартал, меня не научили с детства ненормативной лексики, поэтому мне очень трудно комментировать. Слов нет. Спасибо, да, коллеги. Да. Трехунков Ярослав, географический факультет МПГУ. Скажите, пожалуйста, ну, частично вы на этот вопрос уже ответили, но тем не менее я его задам. А верите ли вы в какой-то ближайшей или отдаленной перспективе возможность
перенесения, ну, децентрализации в России путем перенесения столицы на Урал или за Урал? Ответ. Когда вот я на Ленту.ру отвечала, там очень много было таких вопросов. Ну, я им сказала, ну, пожалуйста, коллеги, если вам так нравится, переносите. Но вы понимаете, что 10% ВВП страны вы будете 10 лет отдавать. Вы с этим согласны? Вы понимаете, что это недоплаченные пенсии, недоплаченные доходы, недовложения в инфраструктуру. То есть, грубо говоря, это Сочи, умноженное на 10 раз. Нам и Сочи уже сильно не нравится. Представляете, что будет с этой новой столицей? Смысла в этом переносе я, признаться, не вижу. Я прекрасно понимаю, что Москва – центр страны исторический. Я прекрасно понимаю, что Россия институционально достаточно централизованное государство. Но мне почему-то кажется, и на это надо просто обсчитывать, да, что даже умеренное снижение централизации дает такие дополнительные разгрузки, которые частично снимают проблему. Второй шаг снятия проблемы, только второй, и это рациональное управление городом. Я ведь на этом и построила сегодня выступ. Первое – децентрализация, федеральное решение, Москва внутри страны. Второе – рациональное управление городом. Желательно, чтобы никогда кирпичом по башке, да, а стратегически рациональное управление городом. И третье – это низовая инициатива людей, контакты с москвичами. Три рецепта. Угу. Так, еще коллеги. Сипенцов Александр, Институт географии РАН. Ну, такой вопрос совершенно не географический, может быть. Скажите, вот следует ли из вашего доклада то, что решение проблем пространственной организации, рациональной пространственной организации нашей страны невозможно решить без решения проблем монополии всем известной политической партии, да, на политической... Да. И второй вопрос в связи с этим же связанный. Возможно ли такой сценарий, что эта монополия будет как раз разрушена, да, в результате вот этого неподъемного груза, да, больших строек? Да. Ну, значит, все к тому идет. На одной волне. Мы делаем просто все, мы кладем все кирпичики вот в ту самую копилочку, чтобы... Единственное, что я очень не хочу, чтобы грохнулось, я хочу, чтобы рассосалось. Слушайте, а не преувеличиваем ли мы... А не преувеличиваем ли мы, собственно, роль вот такого феномена, как партия? Нет, правда, конечно, дело не в партии. Что... Слово «партия» — это некий эвфемизм неэффективной системы принятия решений. Партия, ну это как бы вот такой, да, лозунг, да, вот мишки эти. Да. А по сегодня сути, может быть лозунг «партия», завтра да, «фронт», завтра, послезавтра угодно, еще да, какой-нибудь. Это суть проблемы — неэффективная система принятия решений. В какой бы форме она ни облекалась. Ну, пусть она называется «Единая Россия», пусть она называется, не знаю, там, «Юная Россия», да неважно как. Спасибо. Еще. Большое спасибо за выступление. Лапина Наталья и Неон Ран. У меня два вопроса, которые немножко выходят за рамки сегодняшнего выступления Натальи Зубаревич и уже обращаются к вопросам регионалистики. Когда мы анализировали ситуацию в момент кризиса, все практически аналитики приходили к выводу о том, что регионы не имели своих антикризисных программ и вписывались в антикризисную политику федерального центра. Все это мы хорошо помним. Сегодня Наталья Зубаревич показала нам вот эти соотношения инвестиций между Москвой и регионами. Вот за тот послекризисный период произошли ли какие-то сдвиги в регионах? Не в Москве, а в регионах российских. Можно ли говорить о каких-то, ну, кроме Калужской области, да, которая некий уникум, о каких-то точках роста? Или ситуация остается такая же критическая, как и в кризисный момент? Ответ на первый под вопрос. Я не могу согласиться, что все регионы следовали. Дело в том, что, например, пермяки первыми сделали, у них был специально заготовленный, потому что господин Чуркунов, он как хороший разведчик, понимает, как устроена мировая экономика, да, и у них уже на в восьмом году был заготовлен специальный так называемый кризисный бюджет, который, не дожидаясь федералов, отмашка федералов поступила в конце декабря, они все тихую гавань нам проповедовали. Пермское областное заксобрание приняло этот кризисный бюджет в октябре 2008 года и спокойно по этому бюджету прожило 2009 год, точно рассчитав соотношение доходов и расходов. Поэтому были отдельные регионы, которые грамотно прошли этот кризис.
По поводу инвестиций. Ситуация чрезвычайно разнородная. В целом по Российской Федерации. Если брать первую половину 2011 года и сравнивать ее с первой половиной 2008 года, то есть чисто до кризисным периодом, в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, мы сейчас идем в среднем по стране на уровне минус 16% по инвестициям. Минус 16%. Год назад было минус 19%, до этого было минус 20%. То есть на 5 копеек подросло по сравнению с двумя предыдущими годами, но очень мало. Инвестиционный процесс в России сконцентрирован сейчас практически исключительно в регионах, которые имеют два типа. Первый тип – это реально регионы новой индустриализации. Это Ленинградская область, это Калужская область, Белгородчине очень неплохо, туда идут инвестиции. И вторая группа регионов – это специальные проекты федеральных властей, двух типов опять же. Первый тип – это пальцы веером встали с колен, всем показали. Это саммит ОТЭЦ и Сочи, два потока. И вторая группа – это где стреляют и надо залить деньгами. Это Чечня, Ингушетия, Дагестан. Во всех остальных регионах картинка достаточно безрадостная. Хотя можно смотреть динамику и увидеть плюсы, но этот, причем не у малого количества регионов, но этот плюс рождается моей любимой статистикой. Да? Если у вас совсем не было инвестиций, федералы вам немножко подкинули, то есть у вас было яблоко, вам добавили яблоко, получилось два яблока, кто помнит статистику, 100% рост. Понятно, да? Эффект низкой базы по-умному называется. Да, и второй вопрос, касающийся, да. Как бы вы охарактеризовали политику Медведева в отношении центра региона? Простите, последние слова? В отношении центра и регионов. Но я бы, честно говоря, воздержалась от ответа, потому что меня засунули в эту комиссию по децентрализации. Я один раз туда сходила и честно сказала, что больше я туда ходить не буду. Можно я ограничусь этим ответом? Ну, это бюрократическая имитация в чистом виде. Да. Спасибо. На самом деле, не знаю, нет, общая эта мысль кажется достаточно очевидна, что любые политические заявления, которые не базируются на предварительной экспертной проработке, ну, в общем, ничем хорошим не заканчиваются. Вот. Кажется, вот кроме некоторых очень важных выкладок, которые прозвучали, мысль, которая через самые разные истории, рассказанные вами и нашими коллегами, проходила красной нитью, вот это. И я очень надеюсь, что люди, читающие, слушающие наши публичные лекции, а среди них, я, насколько понимаю, есть вполне лица, принимающие решения, все-таки как-то в некоторый момент это запомнят. Да, спасибо большое. Вскрытие спасибо. Покажет. Да, я напоминаю, что мы каждый четверг в 7 часов вечера здесь, а еще в ближайшее воскресенье в 5 часов будет Blair Ruble.